Резиденция Масленицы. Масленичная неделя в самом разгаре. Сегодня в Ярославле большие гуляния. В эти минуты там начинается силовое шоу, в котором отрепетируют новый рекорд. Не просто рекорд, а смертельно опасный. Там работает моя коллега Анастасия Тимончева. Элита русских силачей, человек наковальня, саратовский герой. Вот он здесь сейчас находится перед нами в Ярославле, в резиденции Масленицы. Это мировой рекордсмен Александр Пересвет Дубровин. Он уже установил несколько мировых рекордов, которые вошли в книгу рекордов Гиннесса. И сегодня здесь вот в честь праздника он решил прорепетировать свой новый рекорд. То есть здесь не произойдет сейчас его фиксация, но он прорепетирует и посмотрит, как, что получится у него, что еще нужно будет ему доработать. Почему еще невозможно сейчас, да, уже установить этот рекорд? Потому что Александр нам пояснил, что сейчас он еще проходит такой период реабилитации, он порвал не так давно какие-то грудные мышцы, и ему нужно еще какое-то время на восстановление. Но, тем не менее, то, что он будет показывать здесь сейчас, в резиденции Масленицы, это действительно опасно. Он сам нам об этом сказал. Сказал, что его уже установленные рекорды, когда у него на животе разбивали кирпички, они признаны смертельно опасными номерами. И, по сути, то, что будет происходить сегодня, тоже, конечно, не менее безопасно. А еще такой момент, о котором нам рассказал сам Александр, вот эти стулья, которые сейчас здесь стоят, в этом зале стулья местные. Он не привозил их с собой специально. Увидел их вот за несколько минут перед номером. И сказал, что на самом деле они тоже создают еще некоторые трудности из-за того, что достаточно острые сами эти стулья. И лежать на них тоже больновато. Но для этого подложат специально полотенце, чтобы было не так больно. То есть голова у него будет лежать на одном стуле, ноги на другом, он будет висеть. И вот послушайте, еще сам описывает, да, несколько слов говорит про свой рекорд. Вот, пояснил Александр, что будет даже сам, не только на нем будут разбивать два кирпича, как делали до этого, но и он сам будет разбивать на себе кирпичи, плюс говорил, что будет держать гири. Вот сейчас посмотрим, все ли так, как он планировал, будет происходить. Еще нюанс, его ассистент. Сегодня здесь он выступает с новым ассистентом, который будет у него на животе разбивать те самые кирпичи. То есть практически это такой еще непроверенный человек, и для этого ассистент это тоже большое испытание, ну и для Александра в том числе. Вот сейчас Александр шутит, достаточно уверен в себе, ну понятно, потому что за плечами у него уже много таких опасных номеров, но при этом предупредил нас, что сразу после этого номера к нему подходить не стоит, потому что он слабо понимает вообще, что происходит вокруг. Итак, внимание. Давайте поаплодируем. Сейчас, не знаю. А я...